Цыплята 2 августа. Уже все такие активные, бегают. Поставил кормушку без бункера, там вдали. Курица перетащила ее в противоположную сторону. И теперь пришлось поставить им с бункером. Ну, поставил с бункером вторую. Один раз потряхивал. И уже видно, что все бегают, все прыгают, заскакивают. В общем, хорошо выгрелись. Даже самые слабые. Вон, кто-то даже получил лапой от курочки-мамочки. Просто так, за компанию. Чтобы мало не казалось. Расти большой называется. Ну, в общем, жизнь продолжается. Не знаю, сколько их, начал считать. То под курицей прячется, то перебегает, не успеваю посчитать. Вроде как 14. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнёв, Зверобой. Это цыплята 2 августа. Начали вылупляться 29 июля 2018 года. И вот уже такие вот активные. Двое суток были под квочкой в гнезде в этом. И потом я их пересадил. Ну вот, пришлось бункерную кормушку ставить. И, наверное, придется поставить еще бункерную поилку, потому что эту выпивает очень быстро. Смотрите обновление. Арсений Селезнёв, Зверобой. Пока! Трям.